Услышите следующее, испанскую речь. Мне очень хотелось, чтобы вы послушали. Испанцы говорят очень красиво. Вот мне нравится очень итальянский язык, он певучий, необыкновенный. И вот испанский, он тоже певучий, прекрасный язык. Ну, между прочим, испанцы занимают 6-е место по тому внедрению своего языка, так что все-таки он достаточно много употребим во многих странах. И язык очень красивый. И вот вы услышите, это будет фрагмент передачи, радиопередачи на Испанию. И там будет комментатор на испанском языке, и музыка, которая вами будет слушаться, это, в общем-то, фрагменты моей музыки. То, что связано с Испанией, там будет на стихи Гарсия Лорки, мадригал звучать для голоса и рояля, потом будет вот та пьеса, которая обозначена в программке первого отделения, Сигидилия для домбры и фортепиано, будет звучать в исполнении Вячеслава Круглова. И затем две части, как говорится, вот, музыка моря, маленький фрагмент. Вот вы это услышите. И самое главное, вы увидите, значит, четыре города мы отобрали. Первый город, с чего мы начнем, это город Толедо, потом будет Севилья, Кордоба, вот, и затем немного Барселона, то есть это совсем маленькие сюжеты. Пожалуйста. Недалеко от столицы Мадрида находится прекраснейший город Толедо. Buenas noches, queridos oyentes. Con ustedes, Elena Sobolova. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede sentir el alma de un país sin haber estado nunca en él? Y no solo sentirla, sino también transmitirla en la música. Este tema surgió de por sí en la charla que sostuve con la profesora del Conservatorio de Moscú, la compositora y pianista Татьяна Смирнова. Por lo demás, lo mejor para conocer a un compositor es empezar con la música, ¿no es cierto? Мы были в Испании, это было на самое начало марта, 10 марта по 17 марта. И там, в отличие вот от нас, было много солнышка, тепло. Краски удивительные были. Это средневековый город, имеющий свою историю. И, конечно, вот он был центром Иберии, тогдашней вот Испании. Сейчас этот город живет своей жизнью, конечно, но вот очень интересный архитектурным отношением город. Великолепные пейзажи здесь. Два духовых инструмента звучат. Флейта и гобой. Одна из акварелей. Большой город, но вот какая-то жизнь там очень неторопливая все-таки. Не так много народу снует, мы привыкли к большим таким толпам. Там все это гораздо... Pienso que los que conocen bien el folclore ruso han reconocido en esta melodía de Татьяна Смирнова aires rusos.
Está claro que si la compositora se remite a las melodías populares de su país, eso no da lugar a interrogantes. Pero, ¿qué les hace recordar esta melodía? Мелодичный язык, красивый язык. Конечно, в этом городе узенькие улочки, средневековые такие улочки. Это же, поскольку католики, они же, вера там католическая, основная. Но храмов много, очень католических, красивых. Que esta melodía se reconoce la secular cultura japonesa. Además, no se trata de una imitación directa de la música nipona, sino de una insinuación transparente como la acuarela de esa música. Esta composición de Tatiana Smirnova se titula precisamente Acuarelas Niponas. Обратите внимание, какая кружевная работа в камне. Это удивительная архитектура, конечно. Красивый собор очень. В соборе я обратила внимание удивительной красоты витражи. И та же вот точеная резная работа по мрамору. La compositora que nunca estuvo en el Japón supo transmitir de tal manera el espíritu de ese país que los japoneses que asistieron a su concierto tuvieron la impresión de que en la orquesta suenan instrumentos populares japoneses. A mi pregunta de cómo logra sentir y transmitir el espíritu de un país en el que nunca estuvo, потому что там подарки бесчисленные шли, и этот храм был один из самых богатых. Es que se puede viajar viendo simplemente un mapa. La literatura también aumenta las impresiones, especialmente la poesía, así como la pintura y la música etnográfica. Para el hombre creador eso es suficiente para sentir el espíritu del país, concluye la compositora. Por mi parte, quiero agregar que para ello es necesario amar el país al que él le dedica sus obras, su cultura, su etnos. La compositora Tatiana Smirnova tiene dos de sus amores. Hoy han conocido a un... Это цветная тоже работа в мраморе. Резная работа, совершенно потрясающая. Даже как вот, обратите внимание, как золото сделано. Апостолы какие вообще, образы. El océano mundial que baña las costas de Japón, España y Rusia, tres países unidos en el corazón y la creación de la compositora. И что интересно, вот в этом храме есть тоже еще внутри встроенный храм. И вот посмотрите, работа отличается, естественно, как говорится, стилистически. Вот здесь это дары все, сосредоточены дары со всех концов мира. Вот в этот храм свозили очень большие сокровища.
как всегда, в готике вознесенные вот эти вот ввысь башни, не знаю, работа удивительная. Очень красиво, да. Конечно, бессмертный герой, как вы поняли, Сервантеса, Дон Кихот. Севилья. Это центральная площадь Севильи, площадь Испании. Обратите внимание на саму работу. Вот, как полы сделаны, как сделана еще резная, вот то же самое с инкрустациями керамические, вот апостолы то же самое, это все из мрамора. Это очень красиво. Город очень светлый, город очень красивый. Он такой, знаете, он весь предстал как бы в таком розовато-палевом цвете, весь город. И вот здесь тоже картины истории. Encuentros con la música. Queridos oyentes, con ustedes Elena Sobreva. Tal como les había prometido, hoy continuaremos la charla con la compositora Tatiana Smirnova. Quiero recordarles que карты Испании, карты Португалии рядом. Все это сделано. Мозаика прекрасная. Гранада. И la música folclórica del país del que se está enamorado. A mi pregunta de cuándo surgió el amor de Tatiana por la cultura española, ella respondió. Вот гитаристы. Почти на всех улицах гитаристы. Siempre amé la cultura española. Музыка все время в атмосфере летает. Это вот очень приятно. Шумная атмосфера города. Leí al poeta en diversas traducciones y aprendí de memoria sus poesías. Me interesan sus experiencias musicales. Era un hombre de talento multilateral. Debido a que él mismo era músico, sentía con gran sentereza la armonía del folclore musical. Él mismo escribía música, sus poesías son admirablemente musicales. En su natal Granada, el poeta organizaba festivales folclóricos con danzas y canciones. Mi pasión por García Lorca. А вот это вот очень интересное место. Это место захоронения Христофора Колумба. Y un ciclo vocal con letras de siete poesías del poeta. Es un ciclo trágico, al igual que la Саркофаг, вот почему он очень интересно помещен в этой церкви, в этом храме. Estimados oyentes, quiero darles a escuchar. Сейчас мы поднимаемся на вершину, с которой можно обозреть город. Вот город, видите, в каких тонах он весь. Такие песочно-палевые, розоватые тона. Вот весь вот город вот такой вот он. С узенькими улочками. Канта Эмма Горелова, «Al piano l'autora». Это от ветра, вы видите, немножечко, это там очень сильный ветер на вершине. Вот мадригал звучит. Мадригал вообще это любовная песня. И Лорка написала несколько мадригалов, у него есть. Это один из них. Я попыталась услышать в звуках. Это солистка филармонии Эмма Горелова поет вместе со мной. Thank you.
тоже образ Тореадора, который везде в Испании. Также вот символ. Кордоба. Там есть, ну вот эти вот, видите, какие древние стены. И вот там же протекает воспетая и Пушкиным, и потом Дагомышским, река легендарная, Гвадалквивир. Вот этот музыкант, я говорила вам, играющий на вот этом маленьком незатейном инструменте, но очень интересном. Вот они, инструменты его. Вот сопроводительный такой, как научиться он дал. Вход вот в храм Драда. И вот этот храм очень интересный. Этот храм 8 века. Представляете, как древность. Притом интересно, что вот эти арки, колонны, это вот элементы, характерные для древней мавританской культуры. Это вот мечеть. Мечеть очень древняя. Мавританская мечеть. Вот он, символ Испании, быки. На всех дорогах, везде, куда бы ты ни поехал, огромные стоят быки, вот эти железные. И вот ветряные мельницы, которые дают тепло испанцам. Они очень многие употребляют вот эти мельницы. Ветряки такие. Ветер работает и дает им электричество. И кругом, вот это вот юг Испании, едешь и кругом везде масличные деревья, маслины. А это вот уже Барселона, центр Каталонии. Каталонцы гордятся Барселоной, очень красивым городом. И вот они сделали, вот эта площадь Испании, там вообще почти везде в Испании есть площадь Испании. Вот сейчас звучит Сигитилия для Доры. Так вот, фонтаны они сделали с музыкой. И эти музыкальные фонтаны, они в основном на классике, на Штраусе, на Рахманинове, очень красиво. Атмосфера совершенно иная. Ну, а это бессмертное творение знаменитого Антонио Гауди. Конечно, вот сейчас никак не могут открыть секрет его гениальности, потому что, вот видите, вот рядом, например, это вот современные мастера попытались продлить, он же не достроил, он совершенно какой-то глупой смертью умер, его сбил трамвай, и все, и, как говорится, он не завершил это творение всей жизни. Называется оно «Святое семейство». И вот это вот совершенно удивительное творение Гауди, оно действительно, его и не надо было бы, наверное, шевелись споры, надо ли его продолжать.
Но все-таки не надо было, наверное, потому что вот то, что он успел сделать, это совершенно удивительно. Вот оно тоже какого-то такого, знаете, цвет удивительный, вот песочный цвет, вот он так вписывается вот в общую, да, это «Трубящие ангелы», и так в общую атмосферу вписывается удивительно, вот совершенно естественно, и вместе с тем абсолютно своеобразно, самобытно, вот настолько был самобытен этот архитектор, скульптор, все в нем сочеталось. Спасибо. Афиша. 14 часов. Спасибо. Ну вот это вот очень небольшой такой фрагмент. Да, очень небольшой фрагмент из большого фильма, который вот у нас есть. Действительно, там очень много своеобразных и исторических ценностей, и культурных ценностей, и городов, почти вот все заснято, это маленькое только показано. Ну вот, а возвращаясь к Испании, Иберии, я, конечно, не могла не вспомнить и наших больших художников, музыкантов, композиторов, которые так или иначе услышали в своем творчестве вот эту страну. Ну и, конечно, вот здесь с помощью Александра Сергеевича Пушкина, который являлся первоосновой создания Александра Сергеевича Дагомышского оперы «Каменный гость», я хочу вас познакомить с маленькими фрагментами из этой оперы. Надо сказать, что Александр Сергеевич, ну, так же, вот как многие русские художники и композиторы, имел сложную жизнь, оставив очень большое вокальное наследие, оперное наследие. Ну вот «Бессмертная», конечно, «Русалка», которая идет, и мы знаем эту оперу. «Каменный гость» эпизодически идет на сценах мира. Вот. Но надо сказать, что «Каменного гостя» вот он написал в последние годы своей жизни, уже незадолго до ухода, и не успел завершить это свое творение, и завершали, как вы понимаете, я уже вам рассказывал о том, что Николай Андреевич Римский-Корсаков, гениальнейший композитор, а также гениальнейший человек был, потому что это человеческий большой подвиг, и музыкантский, когда он завершал оперы своих коллег, понимаете? Сейчас вот на этот подвиг, по-моему, мало кто может подвигнуть себя. А Николай Андреевич и Цезарь Антонович Кьюи, вот они завершили эту оперу «Каменный гость» Дагомышского. И таким образом мы можем хотя бы часть наследия, маленькую часть, прикоснуться к нему и услышать эти фрагменты. Я хочу пригласить на сцену, поет Раиса Сашенкова. Пожалуйста. А партия фортепиано Анна Дутенева. И мы услышим с вами две арии Лауры из оперы «Каменный гость» Александра Сергеевича Дагомышского. Yeah.
Сейчас вы услышите произведение, принадлежащее перу испанского композитора Пабло Сарасате. Дело в том, что Сарасате был концертирующим скрипачом, известным, и с 10 лет начал концертировать. И совмещал, конечно же, и исполнительскую деятельность, и композиторскую. И вот сейчас будет звучать его одна из таких известных и вокальных произведений, это «Черный веер». Услышим, принадлежит перу Мориса Равеля. Вы знаете, поразительно, вот я уже говорила о нем, о чутье художника, который вообще это вот проявляется сила таланта, когда художник иной культуры, он так внутрь культуры другого может войти, что как бы он совершенно, с одной стороны, он дает новое обновляющее свойство этой культуре, с другой стороны, он продлевает традицию. Вот, кстати, Сарасате, если вот говорить о Сарасате, то он тоже принадлежит к этой же плеяде. То, что он сделал в скрипичной музыке, и, безусловно, его очень многие скрипачи всего мира любят играть, потому что это, с одной стороны, традиция родной культуры испанской, но смешанная с традицией цыганской культуры. И, ну, знаменитые цыганские напевы Сарасате, это все знают их, безусловно. И вот проявилось в этом свойство таланта большого, когда художник традицию переводит уже в свое творчество, он как бы аккумулируя все то, что накопленное, он обновляет своим взглядом новым. То, что сделал Равель вот в своих произведениях, относящихся и в том числе и к Испании. И то, что вот мы сейчас услышим, это совершенно изумительное произведение. Это рапсодия «Цыганка», написанная для скрипки с оркестром. Вот мы вариант будем слушать скрипку и рояль. Это виртуознейшая пьеса. Но помимо того, что это виртуознейшая пьеса, она глубочайшая по содержанию. Она
дает скрипку, преломляет в таком плане, что, как говорится, здесь иногда не верится, что это играет одна скрипка, что это не целый оркестр. Насколько полно, насколько прекрасно звучит во всех своих нюансах, начиная от тишайшего пианиссимо и кончая уже мощными кульминациями, которые есть вот в этом произведении. Конечно, с оркестром это богатейшая партитура. Просто богатейшая партитура, ее слушаешь с наслаждением каждый раз и восхищаешься. Ну как вот его балетами, его, как говорится, произведениями уже и фортепианными концертами. Поражаешься, насколько богат оркестр у Равеля. Ведь недаром мы вспомним, что Равель именно, и любя другую культуру, вот он испанскую услышал в таких произведениях, как мы сегодня слышим, а, скажем, русскую культуру он по-своему услышал также с помощью своих, как говорится, удивительных качеств и знания оркестра. Я имею в виду, что вот он подошел, единственный, кто сделал оркестровый вариант Мусоргского картинок с выставки фортепианного цикла. Но как сделал? До сих пор просто это поражаешься, насколько это ярко, насколько это в характере уже Мусоргского, насколько это пьесы сделаны, вот каждая пьеса это просто кладезь инструментовки, кто вот изучает, кто слушает внимательно искусство инструментовки вот в каком-то концерте, разделяя, да, вот иногда все то, что композитор делает с интонацией, а вот еще вслушиваясь в оркестр, тот был бы поражен, что сделал Равель, инструментуя картинки с выставки Мусоргского. Это, конечно, гениальная партитура. Ну, а сейчас мы будем слушать «Цыганку» Равеля. Я представляю уже музыкальное слово. Играет Елена Фришман. Пожалуйста. А партия фортепиано Анна Дудиева. Обратите внимание, сколь интересное в дуэтном плане это сочинение, сделанное Равелем, не только в оркестре, а вот еще здесь. Какова роль рояля, скрипки и их вместе совместного слышания этой музыки?